Мы были одним из инициаторов вот такого сокращения самих составов административных в кодексе привлечения к ответственности и смягчения самой ответственности, поскольку, на наш взгляд, ну, чрезмерное количество лиц все-таки в течение года привлекалось к административной ответственности в нашей стороне. Только, скажем, в судебном порядке привлекалось 350 тысяч, причем с него с очень высоким качеством составления протоколов. Вот, скажем так, в прошлом году из этих 350 тысяч по 52 тысячам были прекращены административные дела в связи с незаконностью привлечения к административной ответственности. Это 15%. Вот такое невысокое качество административных протоколов объяснялось, на наш взгляд, тем, что более 70 органов имели и имеют право пока на составление таких протоколов. И, разумеется, там не все люди обладают высшим юридическим образованием. И отсюда страдает само качество составления протоколов привлечения к административной ответственности. Будет значительно сокращено количество субъектов, которые могут составлять административные протоколы. И вообще смягчены санкции привлечения к административной ответственности. Возможно, некоторые правонарушения будут разделены на по степени тяжести наступивших последствий, по степени общественной опасности. И это тоже будет очень важно с точки зрения последующих правовых последствий. Мне кажется, вот эти нарушения, связанные с видеофиксацией, нарушения правил дорожного движения не должны влечь те серьезные правовые последствия, которые они влекут сегодня. На наш взгляд, представляется, что вот эти правонарушения должны выделяться отдельно и по статистике, и по виду процесса рассмотрения, ну и для лица завершаться с выплатой денежного штрафа. То есть не должны как-то распространяться на какой-то длительный период, для того, чтобы это не отражалось на биографиях людей. Ну и вообще, мне кажется, в санкциях должны быть снижены или, может быть, даже убраны низшие пределы административных составов. И в каждый состав, мне кажется, нужно будет вводить такой вид предупреждения. То есть вместо наказания административного, как предупреждение. Это тоже своеобразный вид наказания, поскольку действительно есть очень много составов, которые не влекут за собой каких-то тяжких последствий или уровня общественной опасности.